Мы едем на дачу к Рексику, да? Ну, мы почти уже приехали, кормите, там 1 километр. В лес заехали покушать. Да, половиной. Перекусим и поедем дальше. Птички поют, комаров. И дождь идет, кстати. Да, и очень душно. Да, машинка наша. Так что, красота. День до свидания. Так я и так, мне кажется. Я устала. Я устала. Это от бутылки, от старых, такие заглушечки резиновые. Ну, что есть? А что ты хотела, босиком? Попробовать. Не, здесь не надо босиком. Ой, шелковица. Ну, видишь, сколько шелковицы черная. Пойдем. Любимый наш мальчик побежал. Счастливый, что мы приехали. Почему Рекс беззвучно хикает практически? Потому что у него нос длинный. Я забыла. Да никак кончается у нас со звуками. Это лилия? Ну да, такая же, как в лесу там. Прям ярко-ярко. Здесь нам поворачивать, да? Ну, вроде бы, да. Ты уже знаешь дорогу? А, да, я знаю эту дорогу. Я запомнила его, когда мы поворачивали. Посмотрим, не уверена. А там вообще вода холодная? А, там не будет холодная вода, но не знаю. Посмотрим. Кто там малину ест? Вкусная, дочь? Да. Кушай, зайчик. И землянику только что тоже кушали, рвали. Красота. Птички поют. Тихо-тихо. Вот это, если бы увидела, то руки подбила бы. Представляете, вот это в лес вынести, выкинуть. Ай, ужасно. Засоряет природу нашу. Какая красота, слышите? Рекс, что ж ты, блин, застрял с поводком? Так, а ну лапу поднимай. О, давай, давай. Давай. Тут уже в падали вывалился. Рекс. Сейчас поводки запутался. О, тут распутался там. Покупался на озере.
Так, приехали мы с дачи. Нарвала я зверобой, буду сушить. Сейчас помою его, буду сушить. Купили небольшие покупки. Кишеня и фора. Такой вот криспи взяли. Очень довольно-таки вкусненькие. Талинки взяла два альбома. Такой вот и вот такой. Ну, такое лишними никогда не бывает. Просто рисунки понравились. Поэтому взяли. Дальше. Дальше. Так. Грызу нам корм. Все, что ли? Куда? Нет. А что, она грязная? Соус или какой-то такой образовался. А что, ты мне в сумку соусы не кидал, не? Не, не в сумку, кулек просто. Это жир, наверное. Ну, я понимаю. Обработай и положи. Вот, а все равно надо, чтобы оно несколько дней полежало. А где? Вот. Вот это? Да. Что-то взяла? Да. Что у меня на голове жирное? Что? Что? Провела рукой жирное. Чего не поняла? Так, Ири так и не дозвонилась. Звонит сейчас. Сейчас позвоню. Так, хлеб. Такие соусы. Ой, очень люблю вот эту аджику, она очень острая. Вот этот вкусный. Три молока. И там сколько? 4 килограмма картошки. Розовой такой длинненькой. Тут еще хлеб. Мы ели по дороге. Еще. Это с дачи передали чеснок и лук. Тут у меня, естественно, пока мы были на даче, потаяла рыба, горбуша по 120 гривен килограмм. Сейчас я ее обмою, посмотрю, наверное, засолю половинку. Половинку точно, надо разделать ее по-любому. У нас, смотрите, какой дождь, ливняка. С громом, с молнией, как положено. Сейчас позвоню сыну, где он там. Пошла мыть Виталинку. Так, ну что, мы гуляем с Никусей. Сегодня с мужем идем в кино. На фильм решили сходить. Телохранитель жены киллера. Мы видели первую часть. Телохранитель киллера. А это телохранитель жены киллера. Вот, погода у нас сегодня теплая, парит. Ночью, вчера вечером мы с дачи приехали. Ливняк был такой сильный. И никуда не ходили. Короче, хотели вечером еще сходить с мужем куда-то, никуда не ходили. Вот в итоге, потому что сильный дождь был, и на пляж не сходили вечером с Виталинкой. Короче, дождь разрушил наши планы. Ну, хорошо, что дождь, потому что хоть растения бедные впитали воду. О, абрикоска желтеть начала вообще в этом году долго. Смотрите,
Так что такие дела. Дачу вам вчера чуть-чуть поснимала. Давно себя так не показывала с этого ракурса. Короче, я сегодня в шортиках, в футболочке. Вот, сейчас пойду в АТБ. В принципе, мне особо ничего не надо, но хочу просто сходить. Не знаю, хочется мне в АТБ. И пойду солянку, наверное, буду варить. Хочу маслинку пить. Может быть, знаю, что с огурцами делать солеными. Посмотрю, может, куплю. Не хочу банку открывать. У меня есть, да, но не хочу открывать. Хочу, в принципе, на солянку у меня есть такое мясное все, да, но сметаны нету, маслин нету. Маслины есть, оливки есть, да, зеленые. Надо еще купить мало. Вот, сметану по-любому, лимонов докупить, жидкое мыло мне нужно. Короче, пойду схожу, лаваши, наверное, возьму на шаурму. Вот, нужно прикупиться чуть-чуть. Так, билеты заказала. Идем с мужем сегодня на телохранитель жены киллера на 7 часов вечера в караван к нам. Билеты по 60 гривен, кому интересно, мультиплекс. Вот. Я, кстати, покушала утром, сейчас покажу. Ну, такая голодная была, все съела. Вот такой тунец я показывала, да. Я беру его, я не знаю, где он еще продается, в АТБ беру, делюкс. Мне очень нравится, он вкусный, недорогой. Я беру с маслом. Тогда в этом случае я в макароны больше никакого жира не добавляю. Ну, то есть масла никакого не добавляю. Многие любят без масла есть, просто там в собственном соку то же самое. Вот такой же тунец. Ну, мне нравится в масле. Я брала в собственном соку, ну как-то мне совсем он. Вот такой вот он подрибный. На это чуть-чуть осталось. Мне очень нравится тунец. Прям мне его хочется, не знаю. Просто макарошки твердых сортов. Вот, горячие нагрели, да, себе или там приготовили. И сверху холодные вот тунец. Мне такой баночки на 2-3 раза. На 3 раза, в принципе, хватает. Сыр у меня пармезан литовский. Вот, Литва делает. Потерла сверху. И это очень вкусно. Очень такой тунец делюкс. Все, выгружаем вам видео. И сама бегу сейчас быстренько в АТБ. Так, не могу найти свою вторую маску дома. Взяла Виталинки, ну, постирала вчерашнюю. И очки где-то свои дела. Блин, хоть бы не потеряла их. Ой, свои любимые. Сейчас одела другие. Тормоз, не взяла из дому сумку, забыла, не захотела возвращаться, пришлось покупать 2 пакета. Короче, в итоге буду тащить все в руках. Так, быстро покажу мороженое, убираю в морозилку. 3 мохито взяла, любимая, очень вкусная. Тут часть вот это вот вверху стреляющим сахаром. Что такое не пробовал, очень вкусно, кисленькая, вкусная. Клубника, киви Артурка любит. Я тоже такое люблю. Это тоже Виталинка любит. Черница ужина. Кенийская зебра взяла. Она была по скидке по 8 гривен. Кто-то захочет. Да, по-любому все съестся. Манго одно взяла попробовать. Давно на него смотрю. Не помню, пробовала или нет. И вот такой каштан. Я уже его 100 раз показывала. Разумный выбор. По 7 с чем-то. Очень дешевый. Состав ничем не отличается от обычного мороженого, поэтому вот так вот. Все, убираю в морозилку и продолжу дальше вам показывать. Жидкое мыло-то забыла. Жара на улице началась опять, не знаю. Может, сейчас все бросить и пойти на пляж или второй половине пойти на пляж. Ой, второй половине тучи могут набежать. Короче, не знаю, посмотрим. Так, показываю, что купила.
взяла абрикосы, они по 53 гривны, по-моему. Я хочу попробовать прямо сейчас, потому что хочу знать, какие они, сладкие или нет. Цена нормальная, но мелковатая. Люблю абрикосы очень. Вкусная. Чуть шкурка с кислинкой, но вот такие. Так, сметанка 20%. Сейчас у нас по акции пакеты. Ждем ее. Старшая захотела кроксы. Ну, то есть не обязательно настоящие, да, как бы. Вот, говорит, увидела у тебя, что вы носите, мне захотелось. Короче, увидела вот такие симпатичные ВТБ, 79 гривен. Они, в принципе, на меня. Вот, я позвонила ей по видеосвязи, Инстаграм, ну, сказала, бери. Вот, одни они были такие, там еще были другие розовые. И вот тут вот полоска такая шла. Но ей эти больше понравились, на тех цены не было. Короче, такие 79 гривен. В любом случае, тапок много не бывает, да. Ставлю на пол, потому что мерила там на свою ногу. Так, пасту, хотела сказать, зубную. Пасту томатную взяла, чумак для солянки. Салфетки, потому что уже заканчиваются. Ну, как-то мы сейчас не очень салфетками пользуемся. Не знаю, чем это связано. Сметана яготинская. Вот такой вот чай был по скидке. У 19 гривен, по-моему. Кёртис с карамелью. По-моему, сыну такой понравился. Или с карамелью ему понравился, или ему тофи. Блин, вот я не помню. Ну, в любом случае взяла. Кёртис хорошие чаи. По скидке можно брать. Даже если будет долго стоять, выпьется по-любому. Брат у нас вообще пьет любой чай. А волосы намочила. Так, огурцы, своя линия, взяла вот такие. Сначала взяла манюнькую там баночку, но цена была в пару гривен, разница. И думаю, возьму я эти. Я тем более эти брала уже, но мы корнишоны берем. Но корнишоны дорогие. Эти 39 гривен, по-моему, стоят. Короче, мне надо будет солянку, остальное съедим. Они долго стоят с уксусом. Лимоны подорожали, 45 гривен. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что все мохито делают. Взяла только два. Вот, пока хватит. Баночку маслин взяла без косточки. Они очень крупные. В прошлый раз показывала, просто огромные. Ну, не знаю, банка на банку приходится или нет. Посмотрим, какая это будет. Себе взяла одну авокадо. 15 гривен. 100... Блин, не помню сколько. 100 гривен, по-моему, 100 грамм. 100 гривен килограмм, да? 100 гривен, да. Короче, 150 грамм, 15 гривен получилось. Вот такие дискрит взяла с запахом лилии. Я вообще раньше не пользовалась запахом, но в последнее время что-то взяла как-то в акции. Мне понравилось. Это такие трансформер прокладочки, которые, видите, подходят на разные трусики. Они вот тут вот, вы их складываете, как вам надо. Вот, ну, я могу показать, в принципе, все равно же открывать буду. Удобно вот так открывается, типа как кошелечек. Так вот у вас прокладки лежат. Вы сейчас опять понаписываю, что нашла, что показываю, да? Вот они вот такие вот, и вы их вот так вот сгинаете, как вам нужно. Приятный запах очень. Сейчас на лето самое то. И еще одни взяла. Покажу там где-то они. Так, эти 18 гривен стоили. Взяла лаваши. Вот этот никогда не брала, зеленый взяла. В принципе, написано, что сухой шпинат здесь в составе. Будем надеяться, что у меня память кончилась. Короче, да, я вам показала. Вот такой вот со шпинатом написано, что сухой лишь шпинат в нем.
Пробую разные левши, потому что все ломаются. Ну, вот этот, наверное, 100% поломается. По-моему, я уже брала. Цар хлип, лаваш, еще что-то вот такое. Взяла, попробую. Цена где-то 13 гривен приблизительно. И тот, и тот. Так, кулечки. Пришлось покупать кульки. Представляете, ужас. Ой, наконец-то я дождалась, маски появились. Потому что я уже прям расстроилась, что я не набрала просто... Прошлый раз куча масок этих. Я их и так много взяла, да, по-моему, 4. Короче, у меня осталось полторы банки. Одна половинка и, по-моему, еще одна целая, если я не ошибаюсь. А может, уже и нет. Как всегда, на камеру синим смотрится в жизни зеленая. Это кератин. Очень крутая маска Калос. Очень крутая. Во-первых, очень свежий, вкусный запах у нее. Что в этот раз у меня какая-то нотка кокоса. Короче, классная маска. Вот, по-моему, по 60 чем-то гривен они сейчас, эти масочки. Взяла две, потому что одна поедет с нами на море. Так, вот такие взяла Белла. Они не очень классные, но у них была классная цена, 11 гривен. Это такие толстенькие, обычные. Мне у них не нравится, они скручиваются, короче, у них не очень качественный клей. Ну, взяла 20 штук, тут пусть будут. Так, дальше. Вершковый сыр плавленый Кома взяла, он был по 8 гривен. Вот. Что еще? Взяла цукор. Вот, пусть будет. Вот, что еще? Ага. Чек у меня на сумму 708 гривен 80 копеек. Короче, 709 гривен. Вот такие чаи. Вот, какие-то новые чаи. Три чая стоили 37 гривен. Я взяла, потому что мне, ну, цена очень дешевая. Мне стало интересно. Значит так, тут черный чай с ананасом, розой, календулой. 1001 ночь. Потом зухвала груша, зеленый чай с грушей и мятой ароматизированный. И гранд трюфель, черный чай с какао и апельсином. Вот. Сейчас с вами откроем, и я их понюхаю. Пробовать не буду, понюхаю. Сейчас не открываются упаковки. Я, честно говоря, знаете, что у меня это, то, что тут аскольд написано. В принципе, чаи аскольд, но я не уверена, что это тот аскольд чай, который был. Я чисто понюхаю, а пробовать не буду, потому что никак вообще чай сейчас не хочу. Но у нас брат утром каждое утро пьет чай. Поэтому мне как бы чаи вообще разные нужны. Сейчас я пооткрываю. Ради интереса. Взяла. Если очень классно. Но я какой-то все равно попробую. Наверное, зеленый с грушей попробую. Не сегодня. Вернее, не сейчас. Так. Первый. Ну, пахнет очень круто. Очень круто. Не, знаете, надо попробовать. Вот этот 1001 ночь. Прям таким тропическим запахом пахнет. Ну, это черный. Я вообще черные ароматизированные не пью. Так, у нас вот такие вот пакетики. О, у меня аж слюни потекли. И земляники, мне кажется, тут вкус прям вообще. Я хочу посмотреть, кто делает. Делает кто? Ага, ароматизатор винограда, маракуйя, лепестки календулы, лепестки роз, ананас, черный чай. Производитель Саломия, улица Берковецкая. Не знаю, кто это такие. Запах классный. Главное, чтобы он потом пах чаем самому. Потому что я уже когда-то взяла чай, который так пах по-сумасшедшему. Когда туда в воду, ну, никаких вообще ноль.
Ну, этот мятой прям пахнет очень сильно. Это груша, мята. Что у нас состав? Прям мята. Зеленый чай, мята и груша. Пакетики все одинаковые. Тут в каждом по 30 грамм. Сколько тут пакетов? 20 пакетов в каждой упаковке. Но тут только мяту чувствую. Вот, и сейчас еще я снимаю. Ты ушел уже? А здесь я чувствую шоколад и апельсин. Ну, в принципе, как и написано, да? Короче, попробую. Какой-то попробую, постараюсь вам показать. Так, по цене. Пакеты у нас, кулечки по 1,30 гривны биораскладные. Сметана простоквашина 27,60. Морозовая кенийская зебра по 8,30. Вот, кто любит, берите. Морозовая руть полуниця киви 14,21. Ласунка плодовая ягодная манго 13,80. Черниця ожина 14,20. Мороженое, не знаю, интересно вам цены или нет, но прочитаю. Не буду чек показывать, просто прочитаю. Мохито сейчас по скидке 11,90, но так оно гривен по 14. Это бери мороженое. О, красиво, как ты платье надела. Короче, Виталина сделала вот такую конюшню. А, ну, я ее еще не доделала. Тут дверь. Аккуратно. Там защелка. О, смотрите. О, вот так дверь открывается. Там защелка. Короче, все открывается. И вот тут защелка. Все открывается. Все тут функционирует у нас. Да. Вот, смотрите. Лошади попадали, но ничего. Они спят у нас просто. Да. Все, двери сделала. А где вот та дверь амбарная? А я ее на другую, конечно, делала. Понятно, найти дело лучше. А что не зеленым здесь поклеили? А у меня не было зеленого. Так есть же у меня. А, да, есть. Так, на чем я остановилась? На мохито, да? Так, каштан по 7,40 мороженое. Прокладки дискрит, вот эти с запахом 18,70, которые обычные, вот эти Белла 11,90. Сметана еще одна, которая в пакете 26,70. Маски у нас по 61,90 сейчас. А так они по 99 гривен в АТБ. А в других магазинах они еще по 100 с чем-то вообще. Сахар 25,90. Лаваш, круиз и шпинатом 13,90. Обычный 13,70. Томатная паста 5,70. Тапочки 79,90 и 0,07 копеек скидка. Абрикос у нас по 50... Где тут цена? По 53,90. По 54 гривны. 646 грамм я взяла. Огурцы 39,30, которые в баночке. Плавленый сыр 2 по 8,50. Чай Кюртис 19,50, который черный с шоколадом. Набор чайный 37,20. Салфетки 7,10 обычные, да, оливки черные 28,50, которые вот эти вот делюкс, и лимон по 45,45 13,54, и авокадо 15,88 по 108 гривен 75 копеек за килограмм. Итого 708 гривен 80 копеек. Вы заметили, что я сейчас стала редко ходить в магазины и хожу очень редко, если честно. Вот. Взяла брошюрку АТБ. Кому интересно, я вам сейчас покажу. Сейчас приберу со стола и покажу, что может быть в АТБ интересного. Но в каждом АТБ этого нету. То есть то, что тут будет написано, везде нету. По продуктам, да, вот по вот этим прикольчикам всяким, это надо искать. В одном будет, в другом не будет. Где-то раскупили, где-то вообще не было. Поэтому покажу вам, может, кому-то будет полезно.